Житель столицы был задержан правоохранительными органами после того, как заказал убийство своей родственницы. Ответчик совершил это, поскольку находился в конфликте со своим братом. Мой муж со своим братом делит наследство, оставленное после родителей. Они в конфликте находятся, да, уже в давнем конфликте. И таким образом его брат решил разрешить ситуацию, данную ситуацию, убить меня. Есть определенная недвижимость, которую они делят. Но как бы, его брат, брат моего супруга, не хочет с ним делиться. На данный момент он владеет абсолютно всем бизнесом и всей недвижимостью. На женщину в возрасте 33 лет, проживающую в Кишиневе, утром 15 июля посреди улицы напал незнакомый мужчина в маске. Он нанес ей 4 удара ножом в область живота и сердца, а после скрылся с места происшествия на автомобиле. Немногим позже случайный знакомый вызвал полицию и скорую помощь. Женщину транспортировали в реанимацию в тяжелом состоянии. 4 члена криминальной группировки проходят по делу по статье «Преднамеренное убийство». Если мужчину признают виновным, ему грозит от 15 до 20 лет лишения свободы, либо пожизненное тюремное заключение.